Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре игровой набор от компании Metal Games. Игровой набор сделан по мотивам мультфильма «Истории игрушек». Как раз недавно вышла четвертая часть данного мультика. Игрушка выполнена в виде космического шаттла, который закрывается. В набор входит миниатюрная фигурка Базза Лайтера, поскольку он является капитаном данного корабля. В таком футляре можно хранить другие мини-фигурки с данной серии. Набор выполнен из качественного и прочного пластика. Размеры игрушки составляют 45 на 10 см. Внутри расположен развлекательный центр. Есть колесо обозрения, в котором можно катать фигурки. Присутствует имитированный тир по типу космических захватчиков с лазером, который крутится. Рядом расположена сладкая вата. Сверху можно расставить вашу коллекцию мини-фигурок. На левом модуле корабля расположена касса. Собрав всех персонажей, ребенок сможет создавать любимые сцены из мультфильма и таким образом разнообразить игру. Спасибо за просмотр, всем пока!